Между тем, коронавирус в 10 раз превосходит грипп по скорости распространения. Об этом заявил главный врач клинической больницы в Подмосковье Алексей Живов. По его словам, но это более опасная болезнь. Число заболевших увеличивается вдвое примерно каждые трое суток. При гриппе растет коронавирус больше около 18%, в зависимости от категории населения в стране. Алиса, ты где? Между тем, коронавирус в 10 раз превосходит грипп по скорости распространения. Между тем, коронавирус в 10 раз превосходит грипп по скорости распространения. Об этом заявил главный врач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов. По его словам, но это более опасная болезнь. Число заболевших увеличивается вдвое примерно каждые трое суток. При гриппе этот срок намного больше, около месяца. Живов также заявил, что смертность при обычном 10 раз превосходит меньше 1 сотой процента, но во время больших сезонов вспышек может доходить до 1/10. Между тем, коронавирус... Я тут. Что? Я тут. Почему у меня пузыря нет? А, вот есть. Ладно, ты что-то
Вышел зайчик погулять?